удостоверение, будьте любезны. Старший инспектор детского ГИБДД, старший лейтенант полиции Грушков, документы ваши. Удостоверение в развернутом виде, будьте любезны. Ваши документы. Удостоверение, любезно. Документы ваши. Удостоверение. Документы ваши. Что, непонятного что? Документы ваши. Почему с вами так разговариваете? Документы, потому что вы не останавливаетесь неоднократно, создавая угрозу жизни и здоровью людей. Документы ваши. Удостоверение. Вы что, не поняли? Удостоверение, будьте любезны. Документы. Удостоверение. Документы. Удостоверение, будьте любезны, в развернутом виде. Приведите себя корректно. Удостоверение, документы будьте... ваши. Какой-то неадекватный спектр. Документы ваши куда собрали? По Невскому району. Сейчас вам дадут. Документы. Сейчас вам документы, дадут. Давайте. Сейчас вам дадут документы. Почему? Я здесь буду. Вот, по Невскому району, сейчас ответственный подъедет, да. И будет разговаривать. Давай вот. Сам значит, получается, сейчас успокойтесь, удостоверение, будьте любезны в разумном. Вы здесь так ведете агрессивно. Вы видите, что перед вами гражданин? А вы видите, что перед ним на мой гражданин? А что? А вы еще и паспорт, а где удостоверение? Где удостоверение? Да. Вот оно. Я только полицейскому буду передавать документы, а не вам. Дайте познакомлюсь. Куда вы камеру? Ознакомлюсь. Ознакомьтесь, камеру уберите. Фамилия, имя, отчество. Трушков Павел Васильевич, ваши очень документы. Очень приятно. На каком основании? На основании выезда на полосу встречного движения неоднократно не остановил. Ничего подобного. Ничего подобного, запись есть, увидеть. Давайте, давайте ознакомимся. Не будем ни с чем ознакомиться. Судья, вы ознакомьтесь. Документов нету с собой, не слышите? Что, серьезно, что ли? Да, нет. Ну давай, давай, без документов, индокумент нам эти. Вам по какой 112 составить? По 12-15-4, по 12-20. Два материала по 12-15-4. Не понял. Садиться не надо. А! Ну что вы делаете? Вызови скорую, инспектор меня задел. Вы позвоните в службу 112 Санкт-Петербурга. Все разговоры записываются. Франклиш Прайс Зиро. Здравствуйте, можно вызвать скорую в помощь? Меня инспектор ГИБДД сбил. Спасибо. О, смотрите, так, ну надо, во-первых, я напоминаю, ДТП еще? Да, 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 ДТП. Адрес? Октябрьская набережная, дом 2. Называйте Маркус, вид номер автомобиля. Да, сейчас. Марка машины, ВАЗ-21, 14, 31, О, 31. 31, 78 регион. Инспектор повредил мне руку. Вот, документы подвезли для составления материала. Конечно, очень хорошо. Инспектор, значит, автомобиля, который наехал на меня, Ольга, 31, 31, 78. Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор меня правую руку мне задел. Да значит, нет, он якобы... Да, я оттолкнул меня, соответственно. Куда я? И сразу, ой, согнулся, ой, рука болит, все болит. На видеорегистраторе у него записано, у меня сейчас ушиблись. Сейчас, вот. Подожди, протокол. Ну, давайте оформляться, да? Да, давайте. Да. Слушайте, нам пока нельзя покидать дорожно-транспортное происшествие. Сейчас ДТП здесь оформим, инспектор зарисует, что вы меня это... Я вас убили. Нет, вы сами на машину наступили так, специально. Давайте сейчас зафиксируем. Да мы зафиксируем, пойдем, да. Да, да, да. С ваших слов и с моих слов. Да. Все правильно. Тем более видеорегистратор там есть. Это все момент весь виден сам. Давайте тогда ДТП оформим и соответственно. Ну, ДТП надо. Но это потом надо будет Следственный комитет нам справиться. Нет, вы сейчас смотрите. Ленинская, дом 4, да? Да. И схемку надо будет зарисовать еще. Алло. Октябрьский. Алло. А тот, тот открыт. Да, да. Золотарского моста ушли налево. Да что вы обсуждаете? Вы оформите дорожно-транспортное происшествие. Мы оформляем. Ну, так я жду, давайте у меня рука болит. Давайте сейчас вас возьмем. Да, конечно, давайте в рамках дорожно-транспортного происшествия. Да. То, что инспектор сейчас совершенно выставил. Верно, что инспектор выговорит, что... Ну вот он, зеркало, все же записано на видеозаписи, как он сбил меня. Хорошо. Сейчас... Денис Геннадьевич, номер мобильного телефона подскажете? Да, не сообщил. Не сообщил. Да. Место работы? Не указал. Указал. По какой статье составлять административный материал? Ознакомьте, пожалуйста.
я вам сказал. По части 4 статьи 12.15. Хорошо. За выезд на трамвайное направление. Сейчас, значит, нам необходимо еще не уезжать и составить материал по факту дорожно-транспортного. Да, сейчас я материалы составлю. Внимательно слушаю. Денис Геннадьевич, согласно статье 51 Конституции Российской Федерации, имеете право не свидетельствовать против себя, своих родственников и близких. Согласно статье 25.1 Кодекса административных правонарушений, знакомлюсь с материалами дела, составленного протокола 78.9.040.035.087, схемы к нему. Вот. Соответственно, есть графа объяснений для вас. Имеете право пользоваться юридической помощью. Вот. Знакомиться с материалами дела. Конечно. Позвольте, да? Позвольте ознакомиться с протоколом. Конечно. А где же копия, предназначенная мне? А копию я вам распечатаю. Давайте у нас будет конструктивный диалог в рамках правового поля, без эмоций. Копию мне не надо распечатывать, потому что она будет не тождественна. А в другой копии я могу дать, как и мой защитник, иные объяснения. Поэтому я прошу дать мне копировальный лист, который мы подложим, и я распишу объяснение. Позвольте, пожалуйста. И удостоверение служебное мне все-таки. Я вам показал. Согласно закону о службе в органах внутренних дел, вам выдается служебное удостоверение. Будьте любезны. Я должен знать, что это инспектор ГИБДД по Невскому району Санкт-Петербурга, старший лейтенант полиции Трушков Павел Васильевич. Павел Васильевич, это что за тряпка у вас? Где удостоверение служебное? Вот оно. Ну так надо показать. Да? Серьезно? Естественно. Вот, показываю. Лейтенант полиции Трушков Павел Васильевич. Все верно. 18 мая 2020 год. Вы у нас кто? Инспектор ДПС ГИБДД. Я старший инспектор ДПС. Так, старший инспектор ДПС ГИБДД. Значит, так, вы мне дадите копировальный лист и копию, чтобы у нас копия была тождественна, которую вы мне вручите потом, соответственно, либо моему защитнику. Я вам ксерокопию сделаю. А, с него, да? С этого, да. Хорошо. Так. И схемку заодно сразу. Да, конечно, спасибо. Да. Озвучьте, пожалуйста, где, когда, при каких обстоятельствах, кто нарушил. Но это регламентирует 29 глава Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Обязанность это такая. По Ладарскому мосту, от улицы Ивановской в сторону Дальневосточного проспекта, слева поворот к Октябрьской набережной. Произвели выезд, нарушение пункта правил 9.6 на трамвайном пути в встречном направлении, не сопряженный с объездом препятствий. Позвольте. Я вас научу послужить по закону. Эта встреча не случайная, поверьте мне. Не надо мне глазом подмигивать. Верю я вам. Солнцем, я понял. Просто солнце вам в глаз попало. Случайно. Просто вы не надо искажать мои текста, ладно? Ну я не искажаю. Я недоумеваю, можно так сказать. Раз у вас баланс. Точнее, не Балан, а кто у вас руководитель ГИБДД по Невскому району? Напомните, Бумер Евгений Владимирович, у него отсутствует надлежащий внутриведомственный контроль за исполнением законодательства и соблюдением прав и свобод граждан своими подчиненными. Тогда как мы, общество, да, которое является источником власти в Российской Федерации, будем вас учить, таких как вы, которые бегают, бог знает что, делают, да, и нарушают, как мы видим, права и свободы граждан. Еще учудили тут дорожно-транспортное происшествие. Конечно. Об этом будет отдельно, да, у нас хулиганские сюжет? Хулиганские действия учудили. Хулиганские действия? Составляйте административный материал в отношении меня. Вы почему голословно? Давайте потихонечку. По 20.1 КУАП РФ. Если я хулиганил. Вы пожалуйста, не надо передергивать. Если вы говорите, вы тогда составляете. Не надо быть голословным, хорошо? Хорошо, я не голословный. Я жду. Вот я составил административный. Сейчас я ознакомлюсь. Закон не регламентирует, сколько я должен ознакомливаться, правильно? Я пойду второй распечатать. Павел Васильевич, возьмите, пожалуйста, схему. И тем временем
Значит, в рамках протокола за номером 78-90-40-03-50-87 об административном правонарушении я, значит, вам, как должностному лицу, заявляю ходатайство о прекращении производства по делу об административном правонарушении, значит, ввиду отсутствия состава административного правонарушения, поскольку это подтверждается видеозаписью, которую я сейчас вам представлю. Соответственно, мы ознакомимся с доказательствами по делу, что у вас, да, там видеозапись же есть, я правильно понимаю? Вот, сейчас ознакомимся. Вы скажите, пожалуйста, вы кто? Да. Да. Вы ведете видеозапись в отношении гражданина. Да. Так надо изначально сообщить в силу 664 приказа. Удостоверение, будьте любезны. Я к вам не обращался. Вы только что фиксируете меня на свой регистратор. Я должен знать, кто это. Где у вас жилет светоотражающий, согласно 575 приказу? Александр Михайлович, я вам представился. Удостоверение, будьте любезны, в развернутом виде. Нам сейчас заявочку сделать по 112, что вы отказываетесь выполнить часть 4 статьи 5 закона о полиции номер 3, да? Я к вам не обращался. Ну так а для какой цели вы ведете скрытую видеозапись? Затихарились и выводите регистратор. Не скрытую запись веду. Удостоверение, будьте любезны, в развернутом виде. У нас конфликтная ситуация, нам ответственного вызвать. А вы свои удостоверения покажите? Мои все сведения обо мне есть у вашего коллеги. Хорошо, отлично. Я свое удостоверение покажу. Так и вопросов-то нет, просто должен знать, с кем я общаюсь. Вы прекращайте по понятиям, слушайте, я еще раз вам говорю. Кто по понятиям? Да вы потому что на шару служите, да. Капитан полиции Балеев Александр Михайлович. До какого, до полного ознакомления, Александр Михайлович, до какого года удостоверение? Балеев, да? Да. С вами у вас есть у нас уже видеоматериалы? Есть, конечно. Будут еще одни. Пусть страна посмотрит на героя. Где жилетка согласно 575 приказу? Я на согласно 30 пункта. Почему вы на дорожном полотне находитесь без жилетки? Я сейчас жалобу оставлю. Зарегистрируйте на его действие жалобу. Без проблем. Зарегистрируйте. Я не нахожусь, не регулирую. Я вам еще раз пояснил. Я вам пояснил. Вы нарушаете, да, приказ. Что я нарушаю? 575, пункт 30-31. Вы должны быть в жилетке. Ваш коллега в жилетке, вы нет. Мой коллега в жилетке. Да. Оденьте жилетку и отойдите отсюда. Здравствуйте. Я защитник. Вячеслав Анатольевич, добрый день. Сейчас в отношении меня составляет материал. Присядьте в автомобиль, пожалуйста. Да. Аккуратненько, аккуратненько, там аккуратненько. Открывайте до конца. И да, тут у нас аппаратура, фиксируем все действия должностных лиц. Заход возьмешь, будете придерживать. Кого вы? Да нет, просто сильнее, смелее. Вот. Значит так, Денис Геннадьевич, ходатайство. Да, я буду сейчас по порядку все, конечно. Значит так, Павел Васильевич, значит, в отношении меня вами составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 УАП РФ. Да, я заявляю вам ходатайство на ваше имя о прекращении производства по делу. Вернусь, да, то ваш коллега тут немножко нас отвлек. Ну да ладно, я думаю, диалог все равно пошел на пользу между мной и ним. Тем не менее, вот, вами в отношении меня составлен протокол об административном правонарушении по части 412.15 КУАП РФ. Прошу, так как в моих действиях отсутствует состав административного правонарушения, что подтверждается видеозаписью, вот, и руководствую статьей 25.1 КУАП РФ, прошу вас прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения. Вот, будьте любезны, поправим статьи 24.4, 29.12 КУАП РФ. Тогда вынесите определение. Спасибо. Денис Геннадьевич, да, рассмотрев ваше ходатайство о прекращении административного материала по статье 12.15, часть 4, вынес определение. Читайте, пожалуйста. Вы обязаны огласить его. Хорошо. Установил, что 27.08.2019 года, 18.05, по адресу Санкт-Петербург, Невский район, мост имени Володарского, дома 2, по улице Народная, водитель гражданин Ташвили Денис Геннадьевич управлял автомобилем, двигался по Володарскому мосту от улицы Иванской в сторону Октябрьской набережной, произвел выезд с нарушением пункта правил 9.6 правил дорожного движения, трамвай на пути встречного направления, не сопряженный с объездным препятствием. Соответственно, вынес определение, определил отказать гражданину Туташвили удовлетворение ходатайства о прекращении дела производства в связи с наличием состава административного правонарушения. Великолепно.
Можете, да, когда надо. Хорошо, можно сделать на дозор, либо копию снять доверенности. У меня защитник. Да, сделай. Я просто не знаю, я не могу увидеть, она снимется, не снимется. А, давайте попробуем. Давай. Вот. Видимо, сделал, но я не знаю. Дальше. Ну, нам надо просто к делу это приобщить, у меня защитник. Угу. Так, можно ваш паспорт? Вот. Мой защитник. Угу. Со всеми правами и полномочиями. Угу. Почитайте. Почитаю. Да, конечно. Достаточно? Так. А вы знаете, давайте его сейчас... Файлик. Сейчас, одну минутку допишу. Одну минутку. Да, 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 хорошо. Но опять же таки, на ваше имя у меня ходатайство об исключении протокола из числа доказательств вами в отношении меня составлен протокол административного правонарушения по части 412.15 КУАП РФ. При составлении данного протокола вы не разъяснили права, предусмотренные статьей 25.1 КУАП РФ, статьей 51 Конституции, ввиду чего данный протокол не может выступать в качестве доказательств по делу. Руководствуясь статьями, можно я озвучу, да, а вы... Да, руководствуясь статьей 25.1 КУАП РФ, прошу протокол исключить из числа доказательств. 27.08.2019. Подпись Таташвили Денис Геннадьевич. Установил. Смотри, в ходатайство об отказе, о прекращении в отношении вас административного дела производства в связи с тем, что не разъяснил вам статьи 25.1 и 51 Конституции Российской Федерации, установил, что 27.08.2019... Об исключении протокола из числа доказательств. Вы что-то перепутали. Об исключении протокола. Вы сейчас что озвучиваете? Ходатайство. Позвольте. Об исключении протокола. Да. Не запутались, нет? Я не запутался, почерк не разборчивый. И еще хочу, чтобы пояснили, с обратной стороны, что за заявление написано. Вы давайте по порядку. Нет, вы мне просто скажите, а 28 числа заявление зачем писать? А какое 28? 28 число здесь стоит. Это дайте, пожалуйста. Перечеркните тогда в моем присутствии его сразу. Рассмотрим. Это отвод вам. Что? Отвод. Давайте по порядку. Вначале это рассмотрим. Рассмотрев ваше ходатайство об исключении административного протокола в отношении вас в связи с тем, что не ознакомился со статьями 51 Конституции и 25.1 Кодекса административных правонарушений, определил ли отказать гражданин Таташвили в удовлетворении данного ходатайства об исключении административного протокола 78.9.040.035.087 из административного делопроизводства в связи с тем, что права и обязанности, предусмотренные данными статьями, вам разъяснил по системе дозор 77. А это подтверждается? Да. Можно ознакомиться? Нет, нельзя, потому что у меня нет. Это затрагивает мои права и интересы напрямую, согласно статье 25.1 КУАП РФ. Я же имею право ознакомиться. С чем? С видеозаписью, которая является доказательством. А я не выношу постановление по делу производства. Я понимаю, данный материал уходит в суд. И, соответственно, судья будет рассматривать и принимать решение. Что он в суд уйдет. Мне все-таки хотелось... Хорошо, я рассмотрел ваше ходатайство. Да. Да, все. Можно определение? Вы не с определением. А, определение, конечно, нужно ознакомиться. Надо ознакомиться. Да, я просто извиняюсь. Да. Так, возьмите, пожалуйста, определение. Теперь у нас, знаете что, теперь у нас ходатайство об истребовании и приобщении видеозаписи с дозор. Значит, вами в отношении меня составлен протокол об административном правонарушении по части 412.15 КУАП РФ, согласно которого я нарушил ПДД РФ по адресу Санкт-Петербург, Володарский мост. Однако оформление материала вами осуществлялось по адресу Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, да, дом 2. После ДТП
участником которого вы были в качестве водителя на транспортном средстве Ольга 3131. Это ваша точка зрения. 78-й регион. Позвольте. Где я был в качестве пешехода по факту дорожно-транспортного происшествия. Вот. Что подтверждается, значит, медицинскими документами, которые составила бригада скорой помощи. Руководствуюсь статьей 25.1 КОАП РФ, прошу истребовать видеозапись вот лобового зеркала, служебного транспортного зеркала, лобового стекла, служебного транспортного средства, в котором вы были в качестве водителя, видеозапись. Да? Так, государственный регистрационный знак Ольга 3131, 78-й регион. Вот, видеозапись. Угу. В период с 18:50, да, 18 часов 50 минут до 19 часов 20 минут. 27 августа 2019 год. Это Швин Денис Геннадьевич. Угу. Вот уже и сумерки, да? Ничего страшного. Здорово. Вы имеете высшее юридическое образование? В институте учились? Да. Денис Геннадьевич, смотря ваше ходатайство о приобщении видеоматериалов, снятых с помощью системы патруль-видео, системы дозор, с помощью ваших видеорегистраторов, вынес определение об удовлетворении ходатайства. Вот. В связи с тем, что 27.08.2019 года, период с 18.00, до 19.30 сегодняшнего числа патрульного автомобиля УАЗ-2114, госномер Ольга 3131-78, был установлен, включена система патруль-видео, система дозор, с помощью которых производилось общение с вами. В связи с этим определил удовлетворение ходатайства гражданина такого-то, вас в отношении. Какого такого? Гражданин Патрашвили Дениса Геннадьевича. Да. Вот. И общить видеоматериалы, снятые с помощью системы «Дозор 77» и «Патруль-видео», а также видеозаписи, предоставленные гражданину Патрашвили. И приобщить к материалам административного дела производства, рассмотрение которого назначено на 29.08.2019 года в период с 15.00 до 18.00 по адресу Цимбалина 22, кабинет номер 13. Великолепно. Позвольте я ознакомлюсь. Да, конечно. Ходатайство следующее. Давайте. Я так понимаю, что вы затягиваете административное дело производства, да, ходатайство? Это мое право на защиту, это мне понятно. Защитник, понимаете? Угу. Я имею право, я его реализовываю. Мы же в рамках Кодекса Российской Федерации административных правонарушений рассматриваем. Я понимаю, что вам люди не задают вопросы, да, при составлении материала и не заявляют ходатайство, что, по моему мнению, неправильно, но это право каждого человека. Поскольку наш канал ДПС ГИБДД МВД России, который, я полагаю, вы знаете. Да нет, не смотрю. Не смотрите? Вообще. Узнаете, посмотрите. Обучающий. Увидите себя, обучающий. Я думаю, не лишним будет. На свои эмоции, как вы тогда вели, как сейчас. Да, мы могли бы, мы бы могли общаться так же, как и сейчас, сразу с момента остановки. Угу, тогда, значит, с момента остановки на улице Крыленко, да? Когда я вы сказали, я припаркуюсь, да, я за перекрёстком. Я там не находился. Вот. Да, конечно. Значит, продолжим по делу, да? Конечно. Не затягиваем, это линия защиты такая. Да. Значит, ДПС по Невскому району, значит, Ружков. Вы громче говорите, я просто не слышу. Машины ездят на улице, громче. Кружков Павел Васильевич, на ваше имя, как должностного лица, составивший административный материал по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ. Ходатайство, да, о вызове и опросе свидетеля. Вами в отношении меня составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 КОАП РФ. По адресу Санкт-Петербург, Володарский мост, дом 2,
в моем автомобиле находились свидетели, которые могут подтвердить, что ПДД РФ я не нарушал. Руководство статьями 25.1, 25.1 КУАП РФ, 25.1, 25.6 КУАП РФ. Прошу вызвать и опросить свидетелей. Один, значит, данные указаны здесь, и два, данные тоже указаны, установочные, место их жительства. Вот, 27 августа 2019 год, Таташвили Денис Геннадьевич. Рассмотрите, пожалуйста. Угу. Рассмотрев ходатайство о вызове и опросе свидетелей, которые, с ваших слов, со слов гражданина Таташвили Дениса Геннадьевича, находились в автомобиле «Шкода», государственный номер Роман 415 Николай Анна 178, которым он управлял в момент его остановки по адресу Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 2. Установил, что 27.08.19 в 18.10 по адресу Октябрьская набережная перед пересечением с улицы Кириленко, далее 27.08.19 года в 18.12 по адресу Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 2, где был остановлен гражданин Таташвили Денис Геннадьевич, в салоне автомобиля «Шкода», государственный номер Роман 415 Николая Анна 178, кроме водителя гражданина Таташвили Дениса Геннадьевича, никто не находился. В связи с этим определил отказать гражданину Таташвили Денису Геннадьевичу в удовлетворении ходатайства о вызове и опросе свидетелей в связи с их отсутствием в автомобиле «Шкода» и на момент рассмотрения. Позвольте ознакомиться. Следующее ходатайство. Да? Да, сейчас мы. Значит, опять же таки, на ваше имя и ДПС по Невскому району, СПБ, Трушков Павел Васильевич, а вот Таташвили Дениса Геннадьевича, ходатайство об истребовании схемы организации дорожного движения. Вами в отношении меня составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 УАП РФ. Согласно указанного выше протокола, нарушение ПДД РФ имело место по адресу город Санкт-Петербург, Володарский мост, дом 2. В целях всестороннего объективного рассмотрения дела и руководству статьей 25.1 КУАП РФ прошу вас истребовать схему дорожного движения, а также дислокацию дорожных знаков по указанному выше адресу с ДОДД организации дорожного движения, расположены по адресу СПБ Хрустальная, дом 2. Я могу, конечно, ошибаться, может быть, они переехали. Вот, 27 августа 2019 год, подпись Таташвили Денис Геннадьевич. Возьмите, пожалуйста. Да, приветствую. Я хочу предупредить, что видеозапись изначально ведется относительно этого субъекта, кто он, что он, если вы его там готовите, да, к какому-то материалу в качестве свидетеля, либо понятого, все зафиксировано. Вот. Ну, имейте в виду, вы как должностные лица понесете ответственность, и он в том числе задачу заведомо ложных показаний. Я просто информирую вас, чтобы вы не совершали опрометчивые поступки. Вот. Мы так вас что не информируем, вам я все вас расскажем. И... Да. Конечно, я жду с нетерпением. Вы когда будете ДТП оформлять? Какое? Я же повторюсь, было ДТП, наезд на сейчас меня. Сейчас мы выясним, было ли ДТП. Надо возбудить нет. Через определение по делу об административном правонарушении. Сейчас у нас составят материал в отношении вас, административный материал. Так. Вот. Мы закончим с одним материалом. Так. Начнем продолжать другой материал. Так. А по какой статье? Чтобы вас не отвлекать. Я могу параллельно, у меня защитник есть. Не можем параллельно. В целях экономии процессуального времени. Мы будем составлять по порядку и по закону. Да, по какой статье и части? Сейчас составляем 12, 15, 6, 4. Ну, а потом вы по какой статье будете составлять?
Потом, сейчас определимся. Вас ознакомить, не переживайте. По факту ДТП. По факту ДПС сейчас разберемся. Хорошо, да, не ДПС, а ДТП, которое имело место с участием. ДПП, я сказал. Вы сказали ДПС. А не ДПС. Вот. ДПС это мы. Надо бы это определение вынести. А возбуждение дела преступного правонарушения. У меня на имя любого из вас сейчас будет ходатайство. Ваше право. Да, надо будет рассмотреть. Рассмотрим. Сейчас закончим. Я думаю, еще часика 3-4 мы здесь позанимаемся. Ну, нормально. Ничего страшного, что делать? Время, ты свободен, вся ночь впереди. Вот, согласен. Да, так что ничего личного. Ничего служба личного. Службой. Да. А огласку надо придавать вашей деятельности. Да, Невский район наши... расслабился. Денис Геннадьевич. Да. Рассмотрел ходатайство гражданин Ташвили Денис Геннадьевич об истребовании схемы организации дорожного движения по адресу Народной улицы, дом 2. Установил, что 27.08.19 в 18.05 по адресу Санкт-Петербург, Невский район, мост имени Володарского, дома 2, по улице Народной, гражданин Ташвили Денис Геннадьевич, управляя автомобилем, двигался по мосту Володарского от улицы Ивановской в сторону Октябрьской набережной, произвел выезд нарушения ПДД на трамвайные пути встречного направления, не сопряженный с объездом препятствия. Определил отказать гражданин Ташвили Денис Геннадьевич в удовлетворении ходатайства об истребовании схемы организации дорожного движения в связи с тем, что на состав событий административного правонарушения схема не влияет. Вот. Денис Геннадьевич, протокольчик, да. Дайте, пожалуйста. Вы с ним ознакомились? Ознакомился. А? Ознакомился. Ознакомился. Вы, да, дайте мне его, пожалуйста. Конечно. Давайте мы по порядку будем. Нет, давайте по порядку не будем. Протокол вам сейчас в руки попадет, и вы уедете. Я не уеду. У нас еще протоколы. Да, у нас еще впереди, поэтому с протоколом ознакомились. Дайте мне его, пожалуйста. Нет, еще не ознакомился. Так я говорю, не ознакомился. Зачем вы руки в автомобиль суете? Ознакомились или не ознакомились? Я говорю, не ознакомился. Не ознакомился. Нет. Вот. Хорошо. Раз не ознакомились... Почему вы себя так ведете опять? Я себя так не веду опять. Вы ознакомились? Держитесь в рамках приличия. Вы соответствуете высокому статусу сотрудника правоохранительных органов. Вы не указываете, что мне и как делать, пожалуйста. Я буду, поскольку я являюсь источником власти в Российской Федерации, я вам буду пояснять и вас призывать к закону. Да, конечно. Вы себя вначале, в первую очередь, призовите к закону. Я ничего не нарушал. И не нарушайте правила дорожного движения. Я не нарушал. Очень хорошо, что вы ничего не нарушали. Это ваша точка зрения. Когда будет акт с отметкой о вступлении в силу суда, тогда мы будем говорить. Ознакомьтесь, пожалуйста. Я ознакомлюсь. Не затягивайте административное дело производства. Затягивайте. Будьте любезны, протокол мне для ознакомления. Протокол для ознакомления, подписи поставили, да? Так, будьте любезны. Да, копии я вам сейчас предоставлю. Ходатайство у меня следующее, об истребовании сведений. Ходатайство 29 числа рассматривается. Рассмотрите, пожалуйста, ходатайство. Вот, там рассмотрите, все ходатайства рассмотрим. Сейчас ходатайство. Ходатайство примите, пожалуйста, примите ходатайство. Я в указанную дату явиться не смогу. Да, 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 хорошо. Вы примите ходатайство, пожалуйста. Вы не слышите, нам ответственного вызвать. Вызовите ответственного. Да, сейчас вызову. Денис Геннадьевич, скажите, пожалуйста, что с номерами с вашими? С какими? Государственными. С какой целью интересуетесь? С составлением административного материала. Составляйте административный материал. Номеров нету, получается? С какой целью вы интересуетесь? Составляйте по 12.2, часть 2. Я прошу вас порядок производства по делу не нарушать и принять ходатайство по части 4 статьи 12.15 КУАПРФ по материалу. Будьте любезны, примите. 29 числа я приму все ходатайства. Вы обязаны рассмотреть данное ходатайство в рамках составления административного материала. Вы меня не слышите? Я вас слышу. А примите ходатайство. Почему себя так ведете? Нахальным образом и не отвечаете требованиям законодательства Российской Федерации. Вы обязаны сейчас, в настоящее время, рассмотреть ходатайство. Как слышно? Я вам сказал, вы ходатайством затягиваете административное это дело производства. Это мое право на защиту. Да, я вам поэтому и говорю, я здесь уже нахожусь 2.5 часа. Это ваши проблемы. Это, да, и также ваши проблемы, не нарушайте. Если вы составляете материал 2 часа, в этом моей вины нет. Спора нет, понимаете, ходатайство. Ходатайство примите. Мы сейчас также тот материал будем составлять несколько часов. Будем составлять тот материал, также с отказом в ходатайстве. Ничего страшного. Будут вам отводы заявляться. Вы все-таки примите ходатайство. Ходатайство примите, я вам вложу сюда, чтобы вы приняли его и рассмотрели. Я жду определения, как вы поступаете. Да, конечно. Ну что, как вы закончили?
Нет, Денис Геннадьевич, да. Свидетельство о регистрации, которое вы мне предоставили, оно является свидетельством о регистрации от этого автомобиля, так как государственных регистрационных знаков не установлено. Позвольте мне воспользоваться 51-й статьей Конституции Российской Федерации. Кроме того, я хотел бы по первому материалу получить копию протокола. И давайте сейчас определимся с государственным. Я понял, хорошо, с государственными регистрационными знаками, с ВИН-номером и со свидетельством о регистрации. Павел Васильевич, давайте на АЗС станем, чтобы нам не создавать аварийную ситуацию. Мы фишечками все обставили. А, ну смотрите, да. Откройте тогда капотик. Отказываюсь. Отказываетесь, да? Ну, вы сейчас сделаете, соответственно, акт осмотра. Угу. И мы ну вот под лобовым стеклом ВИН-номер на шильдочке нарисован. Ну да. Все. Но если у вас есть основания полагать, что данные... Нет, у меня оснований нет никаких поддельные, полагать. Вот. Не поддельные, вот. Ничего. Вы просто сейчас в замешательстве не понимаете, как это... Я так, понимаю. Ну так. Вы мне по первому-то делу давайте разберемся. Давайте, копию протокола. Я составлю, да, получите, я вас пожалуйста. Мне, протокола. Да, и мне надо бы там объяснение дать. Да, копию протокола, вот я вам вручаю. Ну я понял, мне надо. Держите. Нет, ходатайство мне еще надо заявить. Я понимаю, вот копию данного протокола есть, я вам... мне надо по месту жительства дописать, и давайте я допишу ходатайство. По месту жительства? Да, да. Я же не успел, вы меня не ознакомили по правилам, значит, 28 главы. Мне бы необходимо заявить ходатайство. Я его хочу заявить по месту жительства, у меня есть право такое. Вот с учетом того, что данная статья предусматривает лишение специального права. Да. Поэтому да. Я прошу, можно я внесу сюда и в тот протокол ходатайство. Сейчас я протокольчик с этим протоколом составлю. Вы, пожалуйста, не отвлекайте меня. Давайте разберемся с этим материалом. Давайте вы меня не отвлекайте, посидите в машинке. Сейчас составлю второй материал. Вы сейчас что хотите? Второй материал составить. По какой статье? По статье 12.2, часть 2. Но, без регистрационных знаков. А третий материал? И третий будет за неостановку. Вот, ну так и все. Все, вы сейчас будете все ходатайства рассматривать у меня. Конечно, конечно. Так давайте по первому. Я прошу вернуть мне не протокол. Не отвлекайте, пожалуйста. Не препятствуйте административному правонарушению. Копию протокола по первому делу. Вручите мне, пожалуйста. Я сейчас оставлю жалобу, что вы мне отказываетесь вручить копию по первому. Пожалуйста, вот я вам вручаю копию. То есть дело у нас закрыто, да? Да, дело у нас закрыто. 29 числа будет рассмотрено дело. Соответственно, вот можете подойти, да, и оставить ходатайство. Хорошо, спасибо. Буду ждать следующего по 12.2.2. Да, и по 12, что там, 25, часть 2 у нас, да? Да, да, все верно. И что там еще у нас? По ДТП, вы еще не уедете, будете все давать правильно. Объяснение. Да, да, так да, что да. Это вам на пользу пойдет. Не мешайте.